Новости на Думской ТВ. В прямом эфире о самых важных событиях этого дня корреспонденты нашей информационной службы и я, Олег Байдалюк. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. В субботу ночью на Адмиральском проспекте было обнаружено тело молодого человека с ножевыми ранениями. Очередной коррупционный скандал на Одесской таможне. Правоохранительные органы и представители самообороны накрыли бордель в центре Одессы. Хладнокровное убийство на Адмиральском проспекте. Вечером 6 февраля возле бара «Вымпел» было обнаружено тело молодого человека с двумя ножевыми ранениями. По словам очевидцев, нападавших было трое. Репортаж с места преступления подготовили наши корреспонденты. Видео содержит шокирующие кадры. Убийство на Адмиральском проспекте произошло около 10 часов вечера в субботу. По словам свидетелей, происшествие было похоже на хладнокровную расправу. 32-летний уроженец Азербайджана выходил из кафе, когда на него напали трое неизвестных. Он вышел, да. Увидите камеры, наверное. Сядет в машине. Как он заходит в машине, здоровый, который захватил его. Ну, по камерам, ребята тоже говорят. Захватили его, вытащили, и он кричал: «Помогите туда-сюда». Вот. Кругом машины, наверное, видели, и где его там, и уже там лечит. Насмерть, убили насмерть. По словам очевидцев, нападавшие подошли со стороны улицы Гераневой. Они вытащили парня из машины и начали избивать. После нанесли два удара ножом в область груди. При осмотре тела были обнаружены два ножевых ранения грудной клетки. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. По словам оперативников, след нападавших теряется во дворах, откуда они, скорее всего, скрылись на автомобиле. Полиция занимается установлением лиц, совершивших убийство. Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. На Одесской таможне разразился коррупционный скандал. 16 контейнеров с деревом без вскрытия пересекли границу Китая. В ходе внутреннего расследования были изъяты поддельные документы, сообщила глава ведомства Юлия Марушевская. Троих участников коррупционной схемы уволили, еще четверых оштрафовали. Соответствующие материалы направлены в прокуратуру. Спрацювала система ризиків, за яким цю деревину треба було доглянути. Ви знаєте, зараз є велика проблема у нас з тим, що деревина вивозиться неконтрольовано, є деякі види деревини, які в принципі не можна вивозити з України. Ті документи, які нам показали, вони повністю підроблені, включно з фотографіями, які там не відповідали погодним умовам. За результатами роботи комісії установлено і доказано, що вопреки обстоятельствам, возложених системою управління ризиків, нарушення статті 338 Таможенного кодексу України. Перед просмотром следующего сюжета просим убрать от экранов телевизоров лиц, не достигших 18 лет. Думская ТВ, самооборона и правоохранители разоблачили бордель в центре Одессы. На улице Екатерининской функционировал притон под прикрытием массажного салона. Все подробности в следующем материале. Стоять. Высокие каблуки, яркий макияж, эротическая форма одежды, соответствующие средства защиты. Все это неотъемлемые атрибуты работы мастера массажа в одном из одесских салонов. В сердце Одессы, в самой обычной квартире, во дворе старой постройки, правоохранители и самообороны обнаружили салон эротического массажа, который по факту оказывал интимные услуги. К сотрудникам салона жесткие требования. Согласно распорядку дня, принимать клиентов девушки должны с 11 утра. Появление в ненадлежащем виде – штраф. Отказ от выбранной посетителем программы – штраф. Общение со стажерами – штраф. Появлению телекамер, полиции и самообороны здесь не рады. У нас массажный салон. Мы занимаемся массажем с девочками и квартиру снимаем. Что дальше? А почему в таком виде? Ну вот так хотим. Слушайте, что-то вы не имеете права. Большинство девушек прикрывают лица и спешат одеться. Администратор Юлия ведет себя нарочито нагло. И даже после того, как представители самообороны находят журнал... Журнал администратора с учетами, с номерами девочек и всего остального. Продолжают утверждать, что квартиру с подругами они снимают для оказания массажных услуг. Обычными массажами, спортивными, тайскими. Какие претензии? Прейскуранту салона весьма необычный. Здесь предлагают попробовать ночь с клубничкой, массаж от госпожи с детальным описанием интимных услуг и расценками. Массаж для пар
Это эксклюзивный опыт, который внесет в вашу интимную жизнь новые элементы. Прибытие полиции, которую вызвала наша съемочная группа, и сотрудников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, девушки встречают нервным смехом. О боже, руки вверх, мы боимся. В квартире с тремя рабочими комнатами ни одного массажного стола. Зато много двухспальных кроватей и вспомогательных койко-мест. Оказалось по факту, что здесь в принципе бордель. А как определили, что бордель? Ну, мы видим, в каком виде девушки, плюс документацию уже мы видели, расценки интимных услуг, поэтому как бы факт говорит сам за себя, что здесь находится бордель. Несмотря на очевидность деятельности, которая здесь осуществляется, сотрудничать с правоохранительными органами девушки отказываются и даже угрожают решить вопрос. Мы не будем ничего никуда ехать, все. А если вы нас тронете, будет другой разговор. Очевидно, договориться и вызвать подмогу не удалось. После телефонных переговоров с покровителями администратор Юлия соглашается дать показания. Хорошо, я поняла. Все, короче, нам ехать всем. А, да хорошо, мне поедем. Все, поехали. Юлия, которая выполняет функции старшей, просит отпустить подруг. Мол, у девочек семьи, и они стесняются. И обещает все рассказать, как на духу. Вы опросите, я вам скажу всю точную информацию, сама все скажу, как есть. Что мы арендуем квартиру, чем мы тут занимаемся. Ну, я думаю, так уже понятно. Раскрыть нелегальную деятельность массажного салона с клубничкой удалось благодаря активной позиции Думской ТВ при поддержке самообороны, управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и полиции. Временные сооружения на пляжах ждет масштабная проверка. В ближайшее время депутаты проверят законность работ всех торговых объектов на городских пляжах. Подробности знает Юлия Долгонюк. Поступили, знаете, не по-человечески. Чего? Значит, там забита будка. Да, это нормально, красиво, сарай стоит. Красиво. А мой голденек, это значит, получился, и да? Послушай, ты на этом голденеке заработал сотни тысяч. А я вам сколько денег завез? Сколько я сюда давал? И если городу платил. Не платил никогда денег. Да уж, да, давайте я достану чеки. Супруги Станислав Китанин и Юлия Рудакова. Владельцы снесенного кафе на пляже Ланжерон. Семейному бизнесу они отдали более 10 лет жизни. Одесситы утверждают, их поведение. Павильон снесли за 3 дня до проверки и без предупреждения. У меня шоковое, конечно, состояние. Как бы. Это была моя работа, понимаете? Это все неприятно, конечно. Я готова, да, реконструкция здесь будет. Я готова участвовать в этом, да. Но никто не дает такой возможности уйти и все. Директор капе «Ланжерон» Александр Парайло говорит, это единственный объект на территории пляжа, который подлежал демонтажу. У кафе не было разрешительных документов, а решение снести строение владельцам, по словам директора пляжа, сообщили заблаговременно. Эти люди захватили городскую территорию. Вместо 10 квадратных метров, положенных им, они захватили порядка 100 квадратных метров. Строили себе дачу, провели коммуникации и начали узаканивать и кричать. Им продлевали, пока не делали благоустройство. Это естественно. То есть деньги КП на чем могло, на том зарабатывало. Но их предупредили, что разрабатывается проект благоустройства, будет наводиться порядок. Ну, всегда были недовольны. Караоке, бары, рестораны и торговые павильоны. Законность работы каждого объекта проверит профильная комиссия в ближайшее время. Мы сейчас прошли практически все побережье по капе «Ланжерон» и общались непосредственно с представителями. Нам показали те сооружения, которые были якобы узаконены. Сейчас мы будем перепроверять эти документы. В первую очередь нас волнуют эти 2-3-этажные здания, на которые почему-то появилось право собственности, и они как-то выросли как грибы. В течение нескольких недель депутаты собираются проверить все торговые объекты на городских пляжах. Вот эти будочки, которые стоят вот здесь, вот эти две, они здесь тоже ничего нету. Возле них уже летняя площадка одна, вторая, вот, они работают. Спросить, вот. Сейчас мы будем принимать эти решения. Я понял, по факту нужно сносить полностью все. Юлия Долгонюк, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Областной административный суд Одесской области отказал в удовлетворении иска о необоснованной дополнительной массовой вакцинации детей от полиомиелита.
Общественный деятель и журналист Сергей Дебров подал в суд на Министерство здравоохранения Украины, которое, по его словам, ставит под удар здоровье и жизни тысяч детей. Чиновники объявили о срочной вакцинации без соблюдения норм применения вакцины и в обход юридических законов. В течение 4 месяцев по приказу Минздрава должны реализовать 6-летний план вакцинации. В то же время случаев заболевания полиомиелитом в Украине не зарегистрировано с 1997 года. Сергей Дебров считает, что данные действия Минздрава могут расцениваться как попытка утилизировать ненужные вакцины в организмах детей. Ведь с апреля 2016 года часть вакцин станет неликвидной. Сразу в нескольких городах – Одессе, Житомире и Киеве – в суд обратились родители, которые не доверяют дополнительной вакцинации. Решение дополнительной вакцинации против полиомиелита должно быть на основании научного анализа, который не проводился. Я получил аргументацию Минздрава, которая полностью подтвердила все мои худшие подозрения. Поэтому сейчас те родители, которые в других областях и в Киеве пытаются обжаловать эти же решения у себя, они получат эту информацию, уже будут более готовы к своим заседаниям. Фонд госимущества назвал 5 потенциальных покупателей ОПЗ, сообщает Думская.нет. Основными потенциальными покупателями госпакета акций приватизируемого Одесского припортового завода являются компании из Норвегии, Соединенных Штатов Америки и из Польши. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус. Кроме того, он отметил, что заводом интересуется также компания из Турции и Индонезии. Фонд государственного имущества Украины намерен продать 99,6% акций ОПЗ в июне этого года в случае быстрого принятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в приватизационный процесс. В Одесской области растет количество умерших от гриппа. Как сообщает Минздрав, от осложнений гриппа и острых респираторных инфекций уже скончалось 38 человек. Показатель смертности в Одесском регионе остается самым высоким в Украине. Только за минувшие сутки в области зафиксировали 112 новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Из них госпитализировано 35. Эпидемиологи отмечают и появление больных с новым штаммом вируса А – Швейцария H3N2. Вторую волну гриппа прогнозируют к концу февраля. Всего с начала эпидсезона у нас зарегистрировано 38 летальных исходов. Все они подтверждены как пандемический вирус H1N1 свиной. Идет прогноз какой? Циркуляция 3 видов штамма. Вот этот пандемический H1N1 свиной, как в народе говорят. Вот, и вирус гриппа H3N2, вот это Швейцария, и вирус гриппа Б, Пухит. Вторую волну вот мы сейчас уже ожидаем. Это с началом учебного процесса подъем пойдет, вот, подключается до циркуляции H3N2. Швейцария. Одесса присоединилась ко всеукраинской акции бойкота российских товаров. Порядка 50 активистов различных патриотических организаций собрались возле здания Сбербанка России. На окна и двери учреждения они наклеили стикеры с надписью «Мы финансируем оккупантов». Продолжит тему Алла Есина. Мы все видим, что сегодня уже 2 года, пока идет война на Востоке, продолжается торговля активная, продолжаются отношения с Российской Федерацией, продолжается по сути пособничество агрессору. Присутствие российского бизнеса на украинском рынке – один из элементов гибридной войны. С требованием прекратить функционирование капитала страны-агрессора на территории региона выступили представители различных патриотических организаций. Наша экономика досі тісно пов'язана з російським бізнесом, і то відбувається, тому що у наших політичних еліт немає відповідної політичної волі для того, щоб так, як треба накласти санкції на російський бізнес в нашій державі, тому що на сьогоднішній день у нас ведеться війна на Сході, і Росія, відповідно, є державою-агресором. Мирную акцию протеста активисты провели возле офиса Сбербанка России, который имеет 100% российский капитал. Санкции в отношении данного финансового учреждения еще в 2015 году были введены ЕС и США. На территории Украины банк продолжает работать. Я когда был на Майдане, там тоже был такой банк. Этих банков давным-давно не должно быть в Украине. Это пособники убийства украинцев. И я пришел сюда для того, чтобы показать этой власти, что в этой стране не должно быть ни российских предприятий, ни российских банков. Главная цель акции – привлечь внимание одесситов и показать, что в Украине продолжают свободно функционировать компании страны-агрессора.
Вони, власне, дають кошти на те, щоб наших громадян на сході України стріляли. Тобто вони завуальовуються, вони міняють назви, вони міняють юридичні адреси. Але це все одно свідчить про те, що вони далі намагаються заробляти гроші з кишені українців для того, щоб їх же потім вбивати. В знак протесту активісти розвернули плакати з призивом не пользуватися услугами російських компаній. На окна і двері фінансового учреждення вони наклеїли стікери з надписью «Ми фінансуємо окупантів». Подобні акції состоялись во многих крупных городах Украины. Алла Есина, Евгений Ячменцев, Думская ТВ. И на сегодня это все новости. Дальше информация о погоде. Если вы стали свидетелем резонансного события, непременно звоните в нашу редакцию 788-00-75. Мы очень ждем ваших звонков. До свидания.